К новостям спорта. Чемпионат России по вольной борьбе 2016 состоится в Якутске. Турнир пройдет с 5 по 9 июня в спорткомплексе «Триумф». Такое решение принято на недавнем заседании исполкома Федерации спортивной борьбы. Отметим, что в столице республики на ковер выйдут только мужчины. Чемпионат страны среди женщин состоится в Санкт-Петербурге. Проведение в Якутске предолимпийского чемпионата страны по вольной борьбе завтра должен официально подтвердить президент Федерации Михаил Мамиашвили. Напомним, в истории новой России национальный чемпионат по вольной борьбе пройдет в Якутске уже в четвертый раз.